И всем привет, с вами Полнорис и Ками, и у нас... И вроде бы обещали солнечный день. Зараза. Похоже, приближается буря, ожидается гром и молнии. Ну ладно. Ну. О, перец. Можно... Блин, у меня железо всего 4, оказывается. Так, у тебя есть там? Сука. У меня железо там полно было. 24. Ага. Здорово, с ней. Попробую синий вкус. Так, а что там за письмо? Валялся тут один рецепт, я решил писать его тебе. Постарайся случайно не сжечь. Жареный угорь. Но писем нет. Так, курица, если дождь не выходит, так надо тогда сеном покормить. Отлично. Почти все сделано. Какой-нибудь сундук сделать, чтобы у него сено складывать. Который я лишний набрал. А, там 10 сена ты отнес уже, да? Да, отнес. Тогда нам только яблоки осталось. Потом, когда дерево вырастет. Так. Черника хотя бы есть. Заберу свою кирку, отдам лейку. Что еще надо сделать? Хотя бы черники много. Надо выпадает. Да. А, к Димитриусу надо. Точно, Дени. Я просто взял и сбежал. А, блин, у нас сколько наборов уже там готово? Так, о, высококачественный спринклер. А если я потеряю сознание, ты как? У тебя тоже день закончится, что ли? Без понятия. Мне больше интересно, а если ты потеряешь сознание, я тебя могу притащить, допустим? Не знаю, надо посмотреть. Тыква, батат, баклажан нужно было. Просто мне в первую очередь. По-моему, Линус батат обожает, если я правильно помню. Так, у тебя сколько древесины там есть? Возьму две, около сотни, что ли. В общем, у нас сейчас 382 древесины. Нужно еще, да? Да, нужно еще 70. Сейчас погоди, у меня тут есть бальзам для мышц, ты как-то скинул с босса. Так, отдай-ка мне... Так, отдай кирку. Возьми лейку на улучшение. Опа. Древняя кукла! Я уже отнес. Да. Димитриус, ты здесь готовишь. Ясно, Димитриус? Привет, Димитриус. Вот тебе дыня. Превосходно. То, что нужно для моего исследования. Будет очень сложно ее не съесть. Спасибо огромное. Куча золота. А, мне хлюйсу надо! Ой, я чуть к Себастьяну ушел, случайно. Какие отношения с Марни? А, что ей отнести? Не знаю. Ну и погодка. Я знаю, что ему нравится. Наша слеза. Таким подарком не ошибешься. Он такой любит больше всего. А, Джорджа Кола Клинту. Отлично. Пойду куплю ее. Зачем покупать, если можно ее выловить?
А у меня сил нет выловить. А так я получу. Я столько же получу. Вот. Так, где есть Льюис? Льюис сейчас дома, наверное, да? Да, скорее всего. Льюис! Привет, типа. Ой. А, Норрис, провез. Слама и решена, спасибо. Надеюсь, было не очень хлопотно. Слама бывает очень опасными, когда собираются в стаи. Благодаря твоим усилиям спускаться в пещеру теперь безопаснее. Вот твое вознаграждение. Эмили же не любит рыбу. Чем мне нужна сардина? Не знаю. Клинт! Вот твоя жожа кула. Здравствуй, Норрис. Как раз это мне и было нужно. Выглядит просто отлично. Вот оплата, когда вы варились. Ей. В итоге я ничего не получил, но... сохранил кучу времени. Мне кажется, здесь была куча деревьев. Где? Где море травы? Все. Угу. Ну когда-то. До сегодняшнего дня. Воу, тут слева снизу их полно. Кстати, я же могу сделать. Я почему я это не сделал раньше? Но. Так, у меня 430, мне нужно 20 камней. Сейчас. 20 как раз есть. Еще куча веток валяется. Но у меня нет сил их рубить. Просто скинь мне 20. Сейчас, да. Все, я пошел. Блин! Не, мне не нужно, я пойду отнесу это все Робин и улучшим дом. Отлично. У меня вопрос, улучшится один дом или два дома? Без или понятия. Я не успеваю уже. Спеешь, наверное. Собери грибы, кстати. Сейчас скажу. Когда дойду. Блин. Бомбочек, что ли, пару здесь взорвать, чтобы все эти ветки мелкие, камни. На них надо не тратить. Не знаю. Блин, Робин не за прилавком уже. Ну блин. Мой сын, я знаю, что ему понравится. Замерзшая слеза. С таким подарком не ошибешься. Он такой любит больше всего. Димитриус, если вы с Мару подружитесь, то она наверняка покажет тебе, как пользуется ее телескопом, который стоит на заднем дворе. Заманчиво, правда? Да уж. В общем, не успели сегодня, придется делать это завтра. И как раз у нас получается выпадает но постройка на следующий день, да? На ло. А это на фестиваль. Да. Ну и фестиваль давай запишем в этой же серии. Потому что 28-е, все такое. Так, что у меня... Ага. Ну, косов у нас особо не осталось, я так вижу. Угу. Грибы собрал? Сейчас. Подожди, почему в земле появляется
просека такая. Подожди, то есть можно, допустим, не копать землю, а просто взрывать бомбу. Оу. Интересно. Там такая просека получится, выжженной земли, по факту. Видимо, пригодные к посадке. О, фиолетовый, ну это же. Он нам куда-нибудь нужен? Уже нет. Он очень много, подожди, он очень много энергии восстанавливает. У меня сейчас 7 энергии. Лягу. Уже, да. Лучше сегодня лечь пораньше, потому что следующая серия будет... Ну, эта серия будет слишком долго иначе. Так, сейчас будет так. Вот, дойти сюда. Так. Вот. Как будто в бомбермены играю. Море травы, давай быстрее. Промайся. Так, два дня. Не будет лучше надейка. Так, лечь спать. Не так уж много денег. Так, сразу пойду к тобе. Завтра должно быть... Норрис, да мне даже сведения, что ты помогаешь согражданам. Все очень тебе благодарны. Я присуждаю тебе награду «Лучший сосед» за этот месяц. Вместе с небольшой премией. Так держать, мэр. 500 золота. Камень возьми. У меня нет письма. Ах ты ж, блин. Я сегодня буду рыбачить, наверное. Нам нужно все-таки поймать эту рыбу. И пойду улучшу дом. До сих пор вспоминаю, как Диметриус взял. Блин! Что? Это было слишком неожиданно. Они только дети открываются же, да? Угу. Ой, нашел камень. Виноград. Отдам Линусу. Так, это в озере же рыбачилась эта вещь, которая нам нужна, да? Осетр, да. Ну что ж, удачи мне. Какая-то ленивая рыба. Шейн на работу идет. Ты стоишь кому? Карп. Привет, карп. Давай, отходи быстрее, Шейн. Ух ты! Печеньки. Мусорки? Угу. Наш Линус до них еще не добрался. Еще одна линия. Отбитые еще очки. Старт, да? Здесь у нас ничего нет. Я вчера надо было в столовую. О, ржавая шпора. Надо будет отнести Гюнтеру. А, нет, мы ее уже отнесли. Блин. Какую-то херню выловил тогда, получается. Ну значит, что я голодная, выглядит вкусно. Ни на что не пропускай завтрашний праздник, это будет одно из самых красивых линий. Счастливых короля, привет, консольное издание.
Теоретическая доска. Линус. Доска, свинка, Дэвид. Линус, все складки, не... да? Да, привет, Линус. А, я ему уже давал два подарка в этой неделе? Ё-моё. Ну ладно. Ну, раз виноград фиолетовый, надо будет поймать его дело. Расширить дом. Спасибо, я ношу завтра. Закончу дня через 3. О. То есть у нас только осень ну, будет. Ну да, 2 дня и еще один день. Угу. Ну ладно, если что, можно выспаться у Андроса. Надо его дом снести. Как? Там есть завить постройку? Вариант. Наверное. Щепок где-то слив. Так. Лучший домик, кстати, здание для фермы. Не знаю. Ну, я могу окно купить себе. Зачем? Не знаю. Дорожка из кристаллов. 1000. Безупречный карп. Найс. Да уж. Деревянный светильник. Кусок бревна. Ой, блин, обычное бревно. Дешевый телевизор. А почему напольный телевизор дешевле, чем дешевый телевизор? Не знаю. Магия. Оп, что-то быстрое. Безупречно. И это большеротый окунь. Ну ладно, тоже сойдет. Еще один окунь? Нет, это что-то посильнее. Это окунь. Окаменелая амфибия. Вот что-то хорошее поймалось. Замечательно. О! Так, быстрая рыба, быстрая рыба. Очень быстрая рыба. Нет, 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 нет. Зараза. Нужно прокачивать рыбалку, да? Сэм куда-то идет. Вспомни, я вспомнил, что хотел что-то сделать, но я забыл, что именно. Так, пока он не ушел. Так. Марли в баре уже. Что-то я еще хотел сделать. Еще один карп. Я как Сэм, я что-то хотел сделать, но что именно я забыл. Может как Джордж? Меня какая-то рыба обманула только что. Ну, это как? Блин, лей идет такая, лей, что нравится. Ясно. Зря ей печеньки отдал. То есть она не любит печенье? Что это за человек такой? Пристранный человек. Хотя она на светлой стороне силы, да, точно. Корабль. Славный лов. К шляпному мышу, что ли, сходить? Сходи, почему нет? Да
что такое-то? Ты чё ты так дергаешься-то, блин? Стопеха, стопеха, стопеха. Борзей, не борзей. Я все равно тебя выловлю. Выловлю, говорю. Жаль, здесь нельзя, как в Симсе. Продать окно и купить пособие по рыбалке. Не, ну окно можно продать. О, быстрая рыба, быстрая рыба, быстрая рыба, я тебе моя быстрая рыба. Не надо, не надо, не тут. Я поймаю тебя на этот раз, да? Я поймаю. Куда? Отделываешь сидеть? Ноп. Посекай, посекай. Есть! Есть! Осётр! Осётр, мать его, осётр! Ясь! Здоровенный! Здоровенный! Блин, актуальщина! Давай, давайте слоем. Какой это год был? Не знаю. Черт подери, осётр! Я поймал его! Я поймал этого чёрта весь утра! У меня фильм не ходил? Когда он... Когда он нас чем-то с ЛСД накормил. Озерный узелок готов, сука. Спиннер. То есть я сейчас уже могу купить иридиевую удочку. Ну ё-моё. Пинер. Пинер. Зашкварился дерево. Смотрю. Металлической плоской цены ленточка завораживает рыбу. Увеличивает частоту клёва. Там меньше времени это дожать, когда клюнет. Так, подожди, я... Ты же завершил какой-то узелок? Батборный завершил и летний. Ну ладно, странно, я не понял, как я... Или мы можем только один раз теперь получить награду? Узелка, видимо, один раз, все остальные два. Ну ладно. Я получил наконец нормальный спиннер. То есть завтра я схожу к Вилли. Днем. Камня больше, чем древесины. Тут у меня уже 17 железной руды есть. Ясно, кто-то сегодня не погладил куриц. А, ну я схожу, посмотрю. А. А да. Их не получится уже. Грибы! А знаешь, чем прикол? Я походу завтра не смогу лейку забрать. А, блин, точно. Не, оно же с вечера начинается. Не? Много денег получили. Угу. Ну что, мы кукурузы продали. Угу. Как завещал Хрущев.
Завтра у нас солнечно и ясно. Королева соуса? Хлеб. Окей. Логично. Особ. Так, помидор завтра все равно умрет, да? Камя? Камя? Черт подери, Камя. Сегодня около 22.00 произойдет редкое и очень красивое событие. Полуночные медузы уплывают на зиму на юг. И они будут проплывать мимо нашего города. Мы все собираемся на пляже, чтобы посмотреть на них. Постарайтесь не пропустить. Увидимся вечером, Димитриус. Камя. Черт подери. У нас технические неполадки, кажется. Вот, блин. Черт подери. И Камя вышел из Дискорда. Что-то мне кажется, у него снова перегрелся комп. Камя? Камя! Я перезашел. Ага. Как обычно. Успех. Так. Ну у тебя там серия не, не сломалась хотя бы? Без понятия. Он же в НКВ записывает, да, по-моему? Ну, в НКВ должен, да. Он там нормально не сохраняет конец файла. Так что... Записываем или продолжаем? М? Конец перезаписываем или как? Не, я тут продолжаю пока. А, так. Там где были? Ну, у тебя там будут проблемы при монтаже, я скажу. Вообще, я удивлен, что твой комп не выдержал Stardew Valley. Думаешь, я сам знаю, почему он глючит так сильно. А, Камя, у меня вопрос. Помидоры же завтра все равно подохнут, да? Да. Смысл их поливать тогда? Короче, я тебе закинул все эти... Все, что с твоего поля я собрал. И джем тоже. Ну, джем вкус можно продать. Ты там заходишь? В процессе. Ну это я там все полил. Лейка из стали завершена. Так. А ну да. Пойду-ка я к Гунтеру. И там ему две вещи нужно отдать. О, Линус. Привет, Линус. Отлично, подарок, спасибо. Ой, это не туда?
Я очень логично только что передвигался. А как именно? Я кучу раз не туда нажимал. Новый подарок. Итак, это редкое пугало. Еее. И сегодня надо зайти еще к Вилли. Так. Смотрю, кто пишет. Так. А, идут приготовления. К Вилли я сегодня не зайду. Окей. Так. Разбитые очки, ладно. Йоу. Ты ж мог на автобус на вагонетке. Да ладно. Блин, да что такое-то? Что? Тай. Дал подарок, который ненавидит. Успех, успех. Камень успешен. Да вообще. Как стать успешным среди людей? Просите камень. И делайте все точности наоборот. Можно теоретически у него закупить дофига золотой руды. У Флинта. Сколько получается? 12400. 20 на 4, 30. А так мало что ли? Подожди, 6 всего. Всего 6 золотых слитков, что ли, так будет? Да уж. Что-то мало. Не что-то буржуйство, раскулачить его надо. Путешественник в городе. Я ловлю водоросли. Кстати, нам осталась только речная рыба же, да? По-моему. И ночная. Но они все у нас только осенние рыбы остались. Вроде как. Что это за рыба такая нервозная? Теперь надо кленовый сироп отнести к Гасу. Круто. О, шука с наживкой. Хорошо. Ну, я наживку пока не буду использовать. Ну, хотя бы 10 холеных семян есть. Изобретение. Я ж на пляже крабовые ловушки оставил. Что там еще? Их только завтра сможешь забрать. Еще одна штука, что ли? Да, еще одна штука. Так, я загляжу не можешь. Почему я пошел туда? Больше! Больше водорослей! Сейчас у меня будет 6 уровень, кстати. Так, нам нужно теперь только починить автобус, кстати. Но, блин, это куча денег. Ага. Миллионы денег. Могу купить узелок за 2500, допустим. Что там? А, 3 торта шоколадных. Да уж. Торта. Шоколадных.
Важный, насыщенный, толстым слоем фаджа сверху. О, новый уровень рыбалки. Теперь я должен еще лучше ловить рыбу. Ну, это на следующий день будет только. Вау, ровная линия вниз. Идеально. Идеально заброшенная удочка. Безупречно. Лещ! Стоп, он нам не нужен? Он нам не нужен. А, это уже ночь считается, значит. То есть, с 7 вечера это уже ночь, да? Ну что ж, продаю все, что нарвачил. Ну и пошли уже, Камя, уже 9. Там еще час. Нет, уже можно зайти сейчас туда. А уже можно зайти? По идее, да. А, подожди. Блин, мы забыли сегодня ровно 12 взять плюшку. Черт. Ну, бывает. Впрочем, у нас плюшка уже есть. О, я нашел овощное ассорти. Нифига себе. Идут приготовления. Приходите позже. Да. А я что говорил? Ладно. У тебя какой уровень уже? 6? Ну, я сейчас скажу, какой. Почти 5. У меня 6 уже. Лишь. Помню, когда была еще совсем маленькой, я однажды увидела этих людей. Я прям запрыгала, когда от радости, когда они приплыли. Эй, чего это ты на меня так смотришь? Думаешь, я слишком старый, чтобы мне такое нравилось? Да, у Эвелин еще текст. А, еще есть? Камя? Я не могу прожать. Ну это было так давно. Сейчас я уже не такая бодрая. Доктор Харви готов расправиться. Вот и закончилось лето. Если честно, я только рад попрощаться с проклятыми комарами. Кстати... Я пойду потихоньку, когда медузы приплывут. Не хочу никому помешать. Кстати, вовремя. У нас лето как раз тоже кончается. Довольно холодно на самом деле. Но осень все-таки на носу. Ну, пора спать. Полночная медуза, какой замечательный вид. Нам очень повезло, что они останавливаются здесь в своем долгом путешествии на юг. У них еще одна, еще один текст, Камя. Ну ладно. Как тебе лодка со свечами? Я сама ее сколотила. Нам неизвестно, почему их привлекает свет. Очень любопытно. Лея. Привет, я вот прощаюсь с очередным летом. Там волшебник наверху был. Как тебе удалось меня обнаружить? Я думал, что хорошо спрятался. Возможно, ты обладаешь даром ясновидения. Я пришел сюда, чтобы посмотреть на Луналу. Вы заметите их полуночными медузами. Их волшебная аура необычайно сильна для морских существ. Что?
Что мне? Его там вообще не видно. В темноте. Эти свечи такие романтичные, правда? Пст, не забудь завтра заглянуть ко мне в магазин за осенними семенами. Я специально пойду в Жожа Март. Ты слушай. Ты только не говори Гацу, но я разочарован, что сегодня мы без шведского стола. Полуношные медузы? Интересно, а они вкусные? Нет, я бы ни за что не стал пробовать. У медузы такая обеспеченная жизнь. Волны сами всегда несут тебе. Ну-ка, Марни. Я хочу увидеть редкую зеленую медузу. Только народу на этих древних мотках. Лучше я поближе к пляжу постою. Даже не верится, что лето уже закончилось. Надо было взять с собой камеру. Вечно я забываю. Медузы были здесь год назад и снова будут здесь в следующем году. Природа такая удивительная. Такое редкое волнующее событие. Кажется, что двигается, что-то огромное и черное. Я просто хотел тебя напугать. Они ядовитые. Может, таки не стоит сталкивать Себастьяна в воду? Я его посмотрел. Такой танец полнейших медуз. То есть в этом году и малыши поплывут? Добрый вечер, Норрис. Скоро приплывут полуночные медузы. Я уже видел одну вдалеке. Когда мы пустим лодку со свечами, они подплывут к докам и поздороваются с нами. Как думаешь, уже можно пускать лодку? Еще рано. Вилли? Сегодня я надел свои особенные ботинки, никто даже не заметил. Посмотрите, да, в это бесконечное море. Глубоко под водой, в темноте живут самые разнообразные существа. Жутковато, правда? Ночные рыбы обычно боятся света. Эти какие-то чудные. Мне кажется, видео там что-то светилось. Эх, уже уплыло. Так. Я вроде по всей говорю. Если мы не прекратим засорять океаны, медузы тоже вымрут. Этот процесс уже запущен. Очень жаль. Мы совершенно перестали уважать природу. Блин, ну, вроде бы мы со всеми поговорили. Пропускаем лодку, да? Буду пускать. А вот и медуза. Yep. Так. А вот и малыши приплыли, как Джесса хотела. Редкая зеленая. Итак, свет лета погас. Теперь полуночные медузы устремятся на встречу неизвестности. О. Стоп. Мне нужно леща продать. Эх, возвращаемся с помидорами и всем таким. Прочтите помидоры и все такое. Коты. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел эту длинную серию. Увидимся в следующей. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Да, все такое. До свидания. Увидимся в следующей серии.
А еще я теперь могу делать спиннеры.